Ночь, зима. Какого века? Чья планета? Ах, Земля. Да-да-да. Фонарь, аптека, речи, через слово «бля». То ли тени, то ли туши, обещаний рвется нить. Где ж мое великодушие? Надо срочно применить. И не кстати голос треснул. Слухи, сплетни, шум и гам. Знаю точно, что воскресну, как предписано богам. Камни, гиканье, погоня, вечный ролл, вернее, рок. Раз народ тебя не понял, так и знай, что ты пророк. Добрый вечер, дорогие. Песня в 21. Снова в эфире, снова с вами. Я вижу, что вы уже в эфире. Лариса Лазарева, Петр Шуневич, Марина Зоркина, Ирина Алексеева, Вадим Штепа. Вот, это то, что видит наш оператор эфира, наше все, Елена Пинчук. Вот, это, Леночка, тебе уже пошли смайлики. Лайки. Лайки. Сердечки давайте. Да. Сердечков побольше. Вот, действительно сердечный вечер. Я просил, предупредил, что действительно, что детей и особо впечатлительных дам, которые не любят неформальной лексики, пожалуйста, сегодня в эфире, уберите их, в общем, от экранов. Я против шнуровщины в творчестве, но есть, бывают дни, когда без этого никак. Хотя сегодня день-то начался, или ночь началась, с хорошей новости. С хорошей новости. Сегодня был обмен пленными. И это очень радостная весть. Радостно, что домой пришли те, кто уцелел. Увидели свои семьи. И я сердечно поздравляю защитников своей родины, украинцев, с тем, что они вернулись домой. И придурков, которые поехали на Донбасс зарабатывать денег. То, что они уцелели, это тоже хорошо, потому что их тоже ждут дети, тоже ждут их бабы, дуры, которые понабрали кредитов, которым нужны были косметички, панели, да. Шубы были нужны. Короче, скажите своим бабам, что давайте копать в огороде картошку и как-то выживать. Ну, а наживаться на чужой смерти, на чужой земле воевать, это не дело. Вот. Володя Узланер. Привет, Володя. Мария Горбач. Ага. Пермь, это значит... Данила Александров. Канада. Данила, привет. Данила, извини, я не добрался до Марсового поля, я дошел до камня этого, как он, до нашего камня, короче, у нас, Лен, подскажи, какой камень у нас? Соловецкий. Соловецкого камня, спел песню Банька Высоцкого, замерз, и мы вернулись. Ну, я думаю, что пора, значит, спеть песню обещанную. Песня... Сегодня у Сереги Строя день рождения. Серега? Кто, если Серега не смотрит, Серега Строй — это автомайдан украинский. От всех нормальных русских людей привет. И вітання. Вітання. С днем народження. С днем народження. Во. Чего еще хотел сказать-то? А, я про Деда Мороза рассказывал. Эта песня, которая сейчас прозвучит, она написана 10 лет назад, тогда советскому Деду Морозу исполнялось 70 лет. Но, потому что на самом деле он родился в 37-м проклятом году. Посмотрите историю. До этого его не было. И будучи... И за это время, за эти 10 лет ничего не поменялось, только стало еще хуже, поэтому я буду петь ее в том виде, в котором она написана. Может, чуть-чуть с изменением в более жесткую сторону. Ну все, наверное, натрепался много. Вижу, вы продолжаете присоединяться к нам. Итак, песня Деда Морозовская. Дед Морозовская песня не потому, что артист поет песню, а потому что настоящий Дед Мороз – это его внутренний монолог. А что там внутренний монолог проходит у Деда Мороза? Тут его, ну, никак.
не поправить, поэтому в том виде, в котором она звучит, у него внутри. И то, о чем думает настоящий, сам делишный, не артист театра эстрады, настоящий Дед Мороз, вот такая песня. Я надеюсь, что вы убрали из нежных личностей от экрана. По инерции из прошлых я веков пришел сегодня. Я брожу средь улиц тощих, где ж ты праздник новогодний? Мне реклама ухмылялась среди срама улиц грязных. Вот каким ты оказалась, это будущее. Но здравствуй. Ничего не понимаю ни в прикидах, ни в поступках, в проститутках, президентах, в футболистах, проститутках нет. Сейчас вот в это время не хотел бы вновь родиться, и в паскудной средней школе ни за что б не стал учиться. Все училки здесь дебилки, заучи и ученицы. Все продажно, те же лица, да вот не в кого влюбиться. Чтобы выйти в президенты, вовсе незачем учиться. Наебать и прокрутиться, но куда ж это годится? Опаскудилась, засралась повсеместно и все сразу. Но в моем мешке есть радость, и я должен сделать праздник, написать устав вселенной. Надо с чистой бы страницы, надо мир бы переделать, надо б отменить границы, да убрать весь мусор в сквере, всей семьей потом умыться и вернуться к чистой вере и деревне, и столице. Сколько мимо проходило, а я нес мешок со счастьем. Я ж не ватное мудила, я ж волшебник настоящий. Завтра я начну с детсада, а сейчас хочу напиться я. Надо, 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 да не надо брать в полицию. Вот такая песня, друзья. Оставьте, пожалуйста, кто, у кого что есть. Точка, лайк. Лайка мало будет, чтобы я потом увидел, кто был в эфире, потому что не все. Болгария с нами. Болгария, Симон, да. Симон Глаз, да, вижу. Виктор Новицкий, Италия. Аня Русина с предложениями. Алекс Лисовский, как всегда, Германия. Слава Болясников, с наступающим. Очень дорогой. Дорогие друзья, всех вы... рады видеть. Всех рады видеть, всех рады слышать, рады ощущать. Может быть, еще выскочим в прямой эфир тут, потому что нить сумасшедшие, подарки, то все. Ну и я думаю, у вас тоже радостные дни, такие трепетные. Вот. И думаю, что будет хорошее пожелание, пускай все будет. И мое пожелание. Дед Морозовское настоящее, давайте беречь планету, давайте будем одергивать своих погонников, своих производственников, своих политиков, придурков. Вот. Почему-то придурки именно туда лезут, в политику, вот, суки. Вот. Чтобы нам как-то сберечь свою планету, чтобы нам было что передать внукам. Вот. Всех обнимаю. Всем счастья, здоровья. Сейчас буду смотреть, что вы мне понаписали. Поставьте хотя бы точку или восклицательный знак. И директор
нашего эфира Елена Бичук тоже хочет. С Новым годом! С Новым годом! Вот. Тут еще котейка хотела передать привет, ну что-то она убежала. Вот. Будьте счастливы. Ну, продолжаем лететь на нашей замечательной планете вокруг нашего замечательного, нашей замечательной звезды по имени Солнце. Привет всем! Счастья, здоровья, успехов! Пока! Пока!